Салют, ребятушки! Вы на канале GamePack и с вами Вейдер. Сегодня у нас на обзоре игра Bunker Punks. Это экшен от первого лица с пиксельной графикой. Из названия вы поняли, что мы будем играть за панка и сражаться где-то в бункере. Враги у нас будут это какие-то роботы, монстры и все такое прочее. Короче, куча пушек, куча экшена. Погнали смотреть. Так, у нас тут два героя на выбор. Либо баба, либо мужик. И остальные закрыты. То есть, игру можно, наверное, будет перепроходить несколько раз. Вон их тут целая куча. Ну, не знаю, кого даже выбрать. У них вон разные показатели. То есть, у нас тут, видимо, и элемент RPG присутствует. Давайте бабы, у нее какая-то защита есть. И первое оружие — пистолет против шотгана. Ладно, короче, будем с пистом. О, куда-то подъезжаем. Это Молли Поп. О, куда-то приехал на лифте. Что, двери закрылись? Ну, графика-то, в принципе, нормальная. Ой, уже чувак какой-то на меня начал стрелять, а? Да блин, а? И еще один. Че ты мне прячешься, а? Иди сюда. Че-то легко, я думал, меня сразу убьют. О, шотган можно взять. Давайте возьмем. Но, наверное, это начало. Меня не должны убивать. Что-то мне сразу напоминает это очень Doom. Только здесь, наверное, не надо искать ключики ходить. Ну и, в принципе, Сириус Сэм там... Ой-ой-ой. А что ты не стреляешься? Он бабахнуть хочет! Сволочь, а? Ну ладно. Че, где вы там? Ой, слышу, кто-то стреляет. А! Гад такой, а. На тебе. Еще. Похоже, здесь проблемы с патронами вообще не будет. Да вообще, в принципе, совсем. Бабахнул что-то, да. Ладно, пойдем дальше. Оп, оп, нифига, она прыгает, бегает. В принципе, игра очень динамичная, по-моему. Нафиг я тебя не подпущу, гад такой. Сразу две комнаты смежены. Даже не доехал, уже бабахнуть хочет, а? Вот так вот. Так тебе. Ой, гад, а? Не, реально динамично. Давно уже в такое не играл. О, еще и одеваться в что-то можно. А, вон внизу вижу. Четыре штучки под одежду. Та-да-та-тау. Что написано? Непонятно. Наверное, еще и будут всякие одежки покруче, можно будет выбирать. О, блин! Я был в эпицентре взрыва только что. И ты тоже стреляешься. Да иди ты сюда, ёкарный бабай. Так тебе. О! Да, лучше будем с автоматом точненьким. Угу. Ну и как каску тоже оденем. Даже не прочитал, что она дает. Знаете, как раньше в играх были 3D-модели-то? Ее невозможно, типа, оббежать. Она исчезла просто. Ха-ха, исчезает. Блин, ничего. Уже выход на следующий уровень, походу. Чего так быстро-то? Где орды монстров? Ладно, пойдем дальше тогда, что? Что-то мне там предлагали? А, я уже брал его. Ладно, погнали дальше. Следующий этаж. Один из двух. Медикал. Так, ну ладно, выходим. Да вы меня уже тут ждете? Вы офигели, что ли, а? Я только появиться, блин, не успел. Они уже стоят, поджидают. Ой, это что такое? Тыч какой-то. Ну да, автоматик покруче будет, походу. Эх. О. Кредс. Видимо, кредиты какие-то. Еще и деньги нам на что-то тратить надо будет. Офигеть. Походу, реально тут... наполовину РПГ-ха какая-то. Не удивлюсь, если мы будем еще что-то себе потом прокачивать. Эпа! Четко. Блин, тут бы еще бы кооператив замутить. Вообще было бы прикольно. А, денежки пропали. О. Может, ветровочку одеть? Че она нам? Защиту и рукопашку дает. Не, лучше так будет. А это, получается, нам дает урон...
с шотгана и урон с автомата. Насколько я понимаю по картинкам. Ё-моё, мне прям в лицо прилетело, а? 11 хп осталось. Кажется, я там задыхаюсь. Ну вы офигели, конечно, ребята. Это еще и бабахнуть тут хотел, а? Где вы там? А-а-а! Фиг ты у меня выйдешь, понял, да? Он вообще бессмертный. Это такой же дробан, да? Нет, дробовик что-то я не сильно хочу. Ну-ка сходим туда. Ой, блин, да вы заколебали, а? Они реально поджидают, просто за углом стоят. Вы хотите, чтобы меня... Блин, инфаркт схватил? О, жиськи, 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 жиськи. Хорош. Что-то еще интересного. Это тэч какой-то. Все, ничего интересного. Ладно, выходим на выход. О, кольцо какое-то. Прикольно. Вот эти чуваки ничего не делают. Так, два из двух все прошли. Вернуться на HQ. Что за интересный HQ такой? О, ну вот что я и говорил, у нас еще и база, оказывается, есть, нифига себе. Да, так, здесь мы спим. А это типа комнатки, как я понимаю. Что-то теперь уже и какой-то Fallout Shelter. Что-то наподобие, мне кажется. Хотя, наверное, нет. Так, ну... Здесь можно либо... Лечилка, да? Ага, что-то со здоровьем связано, а тут... С уроном. И здесь то же самое, например, 50 этот стоит слот, да? А, все, вся эта комната будет чисто под лечилку отведена. А это тогда у нас будет про дамаг. Но... А, и тут еще нифига, еще какие-то закрыты. Моноимпланс, а, наноимпланс повышает атаку. А это максимальные хпшки. О, 75 хп, хорошо. А тут у нас что? Дамаг с пистолета. Дамаг с шотгана. Ну, пока это не сильно-то надо, слушайте. 200 тоже дорого, блин. Давайте шотган прокачаем. Угу. Хорошо. Че, идем дальше? А вот он, типа, наш дом, да? И мы должны все это разгромить. А, сначала у нас будет по два этажа, потом там по три. И в конце вообще дофига. Ну и на этаж у нас есть одни жизни, точнее не на этаж, а как с этажа на этаж переходим, у нас жизни сохраняются, как я вон уже видел. Так. Ага, я уже кого-то увидел. Я-то вас вижу. Быстро брать надо, брать. Эти штуки мне нужны. Идите сюда. А-а-а! Хорош. Так, все, взял, хорошо. А, и ботинки еще какие-то взял. Жалко, я не могу посмотреть, как я выгляжу, блин, в этих ботинках. Фу. Реально, вот чувствуется, не хватает мультиплеера здесь. Так все прикольно сделано. Может, потом будет. С какими-нибудь своими друзьями. Опа, панками. Бабахнул и мне ничего не сделал. Лалка, лалка, лалка. Так, ничего нету, да? Реально, все очень быстро. Давно такого, конечно, не было. Хотя в новом доме тоже такая фигня. Рубилова. Просто многим он, наверное, не понравится из-за графики. У нас же сейчас, блин, графодрочеров целая куча. Зато геймплей никому нафиг не нужен. Так, это что? По-моему, такую штуку мы уже видели, да. Еще. Да. А, это пест. Пест нам вообще не нужен. Это что такое? Ладно, патроны не тратим, все. Ну, идем дальше, что? Где новые монстры? Где, блин? Какие-нибудь пушки супер крутые. Я хочу новую пушку. Клеопатра Рекс. Ну, офигенно. Уже стоят, ждут, просто меня обстреляли. Сволочи, а. Ага. Ты думаешь, я тебя не убью? Так, это что у нас такое?
Сейчас используется плюс 10 брони. Возьмем эту штуку, возьмем. Хотя, не знаю. Ну, ладно, будем так ходить. Все у нас лучше будет мощный. Плюс 20% пест. Ой, у меня теперь и по два оружия. А что-то я даже не знал. На тебе. И тебе. Блин, я вообще не попадаю. Все, улетай давай, парень. Ты что за мной... Вот тут. По-моему, я это... Я это нарисован, ага. ХПшки, да, успел. Еще какие-то кроссы. Плюс 25 хп, ну-ка. Не понял. Не понял, и что у меня... ХПшек-то так и осталось. Ладно, короче, будем с автоматом. У меня автомат вообще... Четко бьет. И мне еще нравится, что пуля, если летит, от нее хоть можно увернуться. А то в некоторых играх, знаете, она просто за тобой полетела и все. Ну, плюс 5 к скорости, ну нафиг надо. Ой, я тебя... Ой, блин. А-а-а! Сейчас будут бабахать все. Ну ты, сволочь, надоел мне. Какие-то боссы у вас, блин. Так, нужно сменить пластинку. На. На тебе. На. На. Четко. Ага, вот даже сама сказала, ага. Подтвердила мне. Че еще скажешь? Так, ну ладно, выходим на выход, че. Возвращаемся. Я, по-моему, сейчас вообще мало заработал этих зеленых фиговин. Ну да, у меня только их 190. Что-нибудь еще проапгрейдить? Угу. Да, не хватает на эти импланты. А, я это ж могу еще проапгрейдить, нифига себе. Но думаю, на этом наш обзор можно закончить. Если вам понравилось видео, поставьте под ним лайк. Если вы хотите еще серии по этой игре, пишите это в комментариях. Спасибо, что вы смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. Еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч!